Всем привет! Сегодня я расскажу про одно маленькое, но очень важное немецкое слово. Это слово «hoffentlich». И переводится оно «я надеюсь, что». Да, именно так, одно слово переводится на русский «тремя». Посмотрите на примеры и просто запомните, и попытайтесь внедрить его в свою речь. Например, чтобы сказать «я надеюсь, что ты мне поможешь», мы можем сказать «ich hoffe, dass du mir hilfst». А можно сделать намного проще и сказать «hoffentlich hilfst du mir». Еще пример. «Ich hoffe, dass sie morgen kommt». Я надеюсь, что она завтра приедет. «Hoffentlich kommt sie morgen». И третий пример. «Я надеюсь, что завтра погода станет лучше». «Ich hoffe, dass das Wetter morgen besser wird». «Hoffentlich wird das Wetter morgen besser». Немцы очень любят это слово «hoffentlich», и поэтому привыкайте к нему, обязательно повторяйте вслух за мной и придумывайте свои примеры. Именно произнося немецкие слова и немецкие предложения, вы привыкнете к языку и начнете говорить, а не просто так, типа, посмотреть видео, ага, круто. И на этом на сегодня все. Ставим лайк. Пока.